Ваш вердикт? Да, повелитель. Незаконные приобретения или хранение без цели сбыта магических артефактов или чародейских эликсиров в особо крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от 3 до 3000 лет. Два клинка. Огласите приговор. Один рубит чисто, другой еще чище. Асфалано. Жду указаний. Закон — это что я. Что прикажете? Асфалано. Во имя правосудия. Да. Ваше решение. Что прикажете? Что прикажете? Асфалано. Хороший выбор. Ваше решение. Суд будет быстрым. Что прикажете? Что прикажете?